Оксана Егорушкина преподает основы православия в школе уже второй год. До этого учила детей при церкви. У нее самой трое детей. Как никто другой, как говорят ее коллеги, она может подобрать ключик к каждому воспитаннику. С младшей дочерью я поняла, насколько важно с детства не упустить вот эти вот ростки духовности, не дать им зачахнуть. И мы начинаем уже задумываться, с кем нам быть в старости. Слишком поздно, надо это делать намного раньше. Сейчас основы православной культуры вводят в школах как обязательный предмет. Она постала заключительной остановкой поезда творческих идей. За неделю форум прошел во всех епархиях Кубанской митрополии. Поэтому изучение основ православной культуры для нас крайне необходимо, чтобы люди знали, как обращаться со своей верой, как к ней прибегать, как прибегать к Богу. Необходимых жизненных ситуациях и что необходимо, конечно, делать в жизни православному человеку. Также учителя смогли приобрести книги и пособия по изучению православной культуры. Как говорят сами педагоги, вся литература станет отличным подспорьем в проведении занятий. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.